Всем привет, вы на канале Mr. Game. Сегодня мы продолжим играть в игру Case Animatronics. Уже какая там четвертая часть. Так, загрузить игру. Так, у нас не сохранилось ничего. Мы в прошлый раз вообще дошли до... Погромче сделаю, чтобы слышать. Ага, фиг тебе. Два сразу за мной бежало, две жабы. Так, загрузились. Угу. Я опять что-то слышу. Так. Вот. Я его не слышу. Ага, кот рядом. Вентиляция, я слышу мурлыканье. Вроде куда-то сюда зашел. Вот это я испугался. Ага. А что, я вырежу? Угу. Так, посмотрим, что тут. Будем его ждать. Всё. Так, пробрались. Там что, страхова была? Вот и этот. Если что, они не реагируют на свет. Так, мы продолжаем. Влезаем из-под стола. Так, закройся. Где этот? Продержаться до 3 часов, это же изично. Угу. Бишоп. Так. Вот дерьмо. Дерьмо. Не хватало. Он что, включает вентиляцию?
Нет. Найти способ сбросить настройки управления вентиляцией. Ну что, получить заведение. Мне так явно хочет, чтобы я помучился. Да неужели ты только сейчас понял? Трех часов. Мне нужен этот ключ. И чё, как мне понять, сколько времени? А вот тут счётчик есть. 25 градусов. Опа. Или чё, сейф был? Мне нужен этот ключ. Так. Вот только я не понимаю, как мне понять, когда будет 3 часа. Что мне запрещает просто вот так вот взять и под столом выждать? Все убираем и по камерам пока что там посмотрим. Нашли ключ. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я желаю всем удачи. Всем пока-пока.